В детском саду номер 87 праздник. После капитального ремонта здесь открылись 3 дополнительные группы, которые уже готовы принять 70 воспитанников в возрасте от 1,5 до 3 лет. Потребность была острая. У родителей действительно очень огромное желание прийти в детский сад. И малышей хотят зачислять в сад. Есть такая необходимость на сегодняшний день. То есть рождаемость неплохая. На сортировке достаточно обширный микрорайон. И, конечно, такая необходимость стояла достаточно остро. До ремонта здесь находился музей российских железных дорог. Но его перевели в другое место. По сути, помещения пустовали. А вместо этой группы раньше была тренажерка. Спортивное оборудование переместили в большой зал на 1-м этаже. Такие изменения на занятия физкультурой не повлияют. А вот очередь в сад сократится значительно. Очереди от 3 до 7 лет как таковой в городе Иванове нет. Есть небольшая, когда родителям хочется из одного детского сада перейти в другой. А места для ребят от 1,5 лет до 3 пока еще не хватает. Поэтому мы сегодня и вводим новые группы. До конца года будет еще введены дополнительные группы в саду номер 1744. 2 из 3 групп в саду номер 87 удалось отремонтировать за счет бюджета. На ремонт и покупку всего необходимого потратили 1 300 000. Еще одну группу сад привел в порядок за счет собственных средств. Приятно, что встретили наших детей замечательные и внимательные, добрые сотрудники детского сада. Дети с радостью бегут в новые группы, где их окружили вниманием и заботой. Спасибо, что наши дети попали в эту замечательную сказку. До конца года в Иванове откроют еще 6 дополнительных групп в существующих садах и достроят новое учреждение в микрорайоне Рождественский. Новый сад рассчитан на 240 воспитанников. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.